Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы продолжать чтение Евангелия от Луки. И сегодня мы будем с вами заканчивать 8 главу, будем читать от стиха 40 до конца главы, и это начало 39. Как всегда, я напоминаю тем, кто с нами впервые, что мы читаем по-церковно-славянски, согласно нашей русской православной традиции. И если вам трудно, вы можете следить по русскому тексту Евангелия, да, за нами, и так будете получать двойную пользу. Заодно будете осваивать церковно-славянский язык немножко. Итак, сейчас мы с вами прочитаем это довольно большое начало и потом поговорим о прочитанном. «Бысть же, егда возвратися Иисус, прият Его народ, беху бо все чающие Его. И се прииди муж, ему же имя Иаир, и той князь сонмищу бе. И пад при ногу Иисусову, моляша Его внити в дом свой». Яко чи единородно бе ему, яко лет двою на десяти, и та умираше. Егда же идяше, народи угнетаху его, и жена суще в точении крови, от двою на десяти лету, я же врачем издавши все имение и невозможе ни от единого исцелети, и приступши сзади, коснуся края риз его, и абеста ток крови ея. И речи Иисус, кто есть коснувайся мне? Отметающимся же всем рече Петр и иже с ним, наставниче, народи удержат тебя и гнетут, и глаголиши, кто есть коснувайся мне? Иисус же рече, прикоснуся мне некто, азбо чух силу, исшедшую из мене. Видевши же жена, яко не утаися, трепещуще прииде, и падше пред ним, за ню же вину прикоснуся ему, поведа ему пред всеми людьми, и яко исцеле абия. Он же рече ей, дерзайщи, вера твоя спасетя, иди в мире. Еще ему глаголющу, прииди некий от архосинагога глаголя ему, яко умре, дщи твоя, недвижи учителя. Иисус же, слышав, отвещая ему глаголя, не бойся, токму веруй, и спасена будет. Пришед же в дом, не остави ни единого в нити токму Петра и Иоанна и Иакова и отца от раковицы и матери. Плакухуся же все, рыдаху я. Он же рече, не плачетеся, не умри бо, но спит. И ругахуся ему, ведяще яку умре. Он же, изгнав вон всех и ем за руку я, возгласи глаголя, от раковицы восстани, и возвратися дух ея, и воскресе абия, и повели дати ей ясти. И девистося родители ея, он же повели има, никому же поведати бывшее». Вот такое большое начало, в котором говорится сразу о двух чудесах, сотворенных Господом в Капернауме. И здесь опять мы с вами, если говорим о Капернауме, вспоминаем вот эту синагогу, да, помните, мы уже с вами знаем, что построил ее сотник, который был язычником, но явно сочувствовал иудеям, и за это его очень любили. Помните, сотник, у которого Господь исцелил слугу. А здесь фигурирует начальник той синагоги. Что такое начальник синагоги? Архисинагог, да, как по-церковно-славянски называется. Ну, это нечто вроде старосты общины, так скажем. Да? Мы с вами знаем, что священники и левиты служили исключительно в храме. В Иерусалимском храме, да, и также, возможно, были альтернативные храмы у других каких-то общин, ответвлений, да, иудаизм был тогда монолитным, но, по крайней мере, служили в храме или в храмах, не в синагогах. Синагога – это был дом общественного собрания, то есть там собирались иудеи на молитву, но молитву не литургическую, так скажем, да, то есть там не совершалось богослужение с жертвоприношением, как в храме. Там, скорее, какие-то общие совершались краткие
молитвы, да, больше же в основном синагога служила местом общественного собрания для решения общественных вопросов, для назначения свадеб, объявления, да, и так далее, и так далее. То есть это был такой как community center, как мы по-английски говорим, да, то есть центр общественного такого вот собрания, место, куда они приходили регулярно, и особенно по субботам. Там они слушали священное писание и толковали его. И вот у такой общины должен был, конечно, быть кто-то старший, кто-то более грамотный, более ученый, более глубоко верующий, который мог жизнью общины руководить, собирать всех, когда нужно, следить за тем, чтобы соблюдалась череда чтений, потому что у евреев расписано чтение на каждую субботу, как у нас Евангелие есть, да, по церковному можно, если читать, то на каждый день года есть указание, какое зачало читается на литургии. Также у евреев есть указание на каждую субботу и на другие дни тоже такое как бы расписание, что, какой отрывок нужно читать. Читают миряне, мужчины, соответственно, вот архисинагог, начальник синагоги следил за тем, чтобы череда эта соблюдалась, чтобы все было правильно. И вот здесь в Евангелии интересно, что упоминается даже его имя Иаир. То есть это говорит о том, что читателям он был знаком. То есть, скорее всего, после воскрешения его дочери он стал христианином, то есть он стал учеником Христа, потому его имя и упоминается здесь. Ведь не так часто в Евангелии люди, получившие от Господа исцеление или даже воскрешение, упоминаются по имени. Например, нет имени у вдовы и у ее сына воскрешенного, да, у ворот города Наина. Просто вдова и просто сын. А здесь раз упоминается имя, значит, этот Иаир, возможно, даже в дальнейшем играл какую-то роль в первой вот этой апостольской общине. Просто мы об этом с вами, к сожалению, не знаем и не узнаем. И вот здесь мы видим с вами, что в данный момент Иаир еще не является учеником Христа. Его приводит ко Христу большое горе, страшное горе. Его девочка, его дочка заболела. И заболела так страшно, что вот она уже при смерти, вот она уже отходит. И он идет ко Христу с большой верой, понимая, что здесь недостаточно просто исцелить ребенка, да, что его нужно вернуть фактически уже от порога смерти. То есть здесь два момента обращают толкователи наше внимание. На то, что Иаир пришел ко Христу в самой крайней точке отчаяния в своей жизни, да, то есть он не пришел к нему раньше, а пришел в такой момент, в который уже другой надежды у него не было. И в этом он схож с той женой кровоточивой, о которой сейчас тоже пойдет речь, почему эти два чуда и так и оставил евангелист в одном целом, хотя мог бы их разбить и разнести в разные части Евангелия, да, но он их рассказал именно в той последовательности, как они случились, потому что они имеют связь. В других местах не обязательно есть последовательность. Вы знаете, да, в Евангелии иногда не совсем хронологично пересказаны чудеса или какие-то моменты. Здесь же Лука оставил очень четкую хронологию именно из-за связи. И тот, и другая приходят в крайней точке отчаяния, когда уже человеческие силы помочь не могут. Да? И вот второй момент – это, конечно, его вера. То есть он, видимо, наслышан был, и он просит поэтому прийти Христа к нему. И вот когда Господь направляется к дому Иаира, его теснит народ, потому что все жаждут увидеть чудо и хотят, да, быть рядом в этот момент и посмотреть, что это будет и как это будет, это событие. И вот женщина, жена кровоточивая, издавшая все имение свое врачам, то есть тоже исчерпавшая абсолютно все земные средства, не имевшие уже никакой абсолютно надежды на земную помощь. Вот она совершает удивительный акт. Обратите внимание, она ведь могла подойти к Христу, она могла пасть к его ногам, она могла просить его исцелить ее. Она же, подойдя сзади, касается его незаметно от него самого. Этот момент очень интересен. И здесь сразу тоже есть несколько моментов, о которых хочется сказать. Об этом чуде нам совершенно замечательно пишет епископ Григорий Лебедев, священномученик Григорий Лебедев, расстрелянный НКВД в 30-е годы, как и многие наши епископы православные, причисленные к лику святых. У него есть такой богословский труд, евангельские беседы, как дневник такой, размышление над евангельским текстом. И вот он
обращает наше внимание на такое странное взаимодействие здесь человека и Бога. Несколько нетипичное, необычное. А женщина не подходит и не просит, она касается. И для того, чтобы понять происходящее, нам нужно посмотреть на то, как здесь описано исцеление. Вот смотрите, говорится о том, что Христос почувствовал силу, исшедшую из него, а женщина ощутила исцеление. То есть это единственное, пожалуй, место в Евангелии, да вообще, наверное, да, в Священном Писании, где нам описывается физическое воздействие благодати Божией. И вот эта сила, создается такое впечатление, вышла от Христа как бы без его воли. Она вышла из-за прикосновения женщины, а не потому, что Христос намеревался. Он даже не намеревался совершить исцеление и не собирался, его никто не просит, он даже как бы не знает о ее существовании, она подошла сзади. Конечно, как Бог, он знал и видел все, но тем не менее, здесь показано именно, что сила исходит как бы вопреки воле Бога. То есть здесь действительно создается впечатление, что это чудо происходит без ведома и без намерения со стороны Бога, да? И происходит оно путем того, что что-то вызывает эту силу от Бога, что-то заставляет ее выйти из него. И вот владыка Григорий говорит, что когда Господь создал Адама, помните, он вдохнул душу живую в человека. Соответственно, вот этот Дух Божий, его как бы крупица присутствует и в каждом из нас. И вот это та часть нашей души, которая может вступать и притягивать к себе силу божественной благодати. Это та область души, вот этот Дух Божий в нас живущий, которым мы воспринимаем, как бы тот рецептор, тот приемник, которым мы принимаем благодать Божию. А что привлекает ее к нам? А когда происходит вот это удивительное, фактически физическое взаимодействие наше с благодатью Божией? Когда мы проявляем крайнюю веру? Что вызвало исход этой силы из Христа? Да? Его вызвала вера этой женщины. Вера настолько сильная, не просто вера, вообще вера, а вера, собранная в кулак, вера, собранная в одно единственное, вот это огненное волевое действие, прикосновение. Вот замечательно пишет об этом, очень сильно пишет об этом священномученик Григорий Лебедев. Женщина в этот миг вся ушла в горение веры. И пламень веры, которым она была охвачена, она бросила в прикосновение, как будто бросила самое себя. Вот фактор со стороны человека, нарождающий контакт с Богом, огненная сила веры, когда человеческое, как бы сгорая, все поднимается к Отцу Небесному. Да-да, такая вера. То есть, действительно, когда вера превращается в действие. Вот это удивительный для нас с вами момент. И приобретает это все прямо физическое воплощение. В этом смысле этот момент Евангелия потрясает, если вдуматься. Христос свидетельствует нам о том, что Он физически ощутил силу, вышедшую из Него. Он спрашивает, кто прикоснулся ко мне. Помните, Петр говорит, наставник, тебя теснят, толкают люди, все тебя сейчас касаются, да? А он говорит... чувствовал силу, которая вышла от меня. То есть кто-то прикоснулся так, что взял эту силу к себе, что притянул ее к себе, да? И тогда женщина выходит, и она исповедует свою, так сказать, вину, да? Она говорит, что это она. Что Господь ей говорит? Дерзающий, вера твоя спасла тебя. Он ободряет ее, что ее вера сотворила это чудо. Отсюда можно понять странные очень слова Паисия Святогорца, которые многие могут показаться непочтительными к Богу и вообще какими-то чудными. Он говорит, когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, полностью вверяет свою жизнь Богу и вверяет не просто мыслями, а действием, то есть он живет полностью полагаясь во всем исключительно на волю Божию, он вынуждает Бога себе помогать. Вот вам, наверное, рецепт исполнения желаний. Сейчас очень многие
предлагают всякие тренинги, всякие там интересные способы, как бы так получить желаемое, да? Но поскольку у христиан желаемое – это обычно все-таки спасение души, это мирный дух в сердце, это стяжание любви к ближним, такие у нас обычно желания, ну, сильные, так скажем, да? Ну, иногда это, конечно же, может быть здоровье для себя и для своих родных и близких, то вот, наверное, это путь, которым можно эти желания получить, то есть любовь Божию, силу Божию к себе привлечь. Это, прежде всего, бесконечное доверие Богу, наша вера, ну и, конечно, вместе с этим наше осознание полного своего недостоинства это все получить, то есть наше покаяние. И вот мы видим женщину, которая считала себя недостойной, она, видимо, понимает, что ее болезнь – это наказание за какой-то, может быть, грех, может быть, за какие-то неправедные дела, которые она в жизни творила. Здесь не сказано, кто она была. Понятно, что она была богатой, раз она все имение раздала врачам, значит, было имение, да? Но мы не знаем, что она была, богатая вдова, или она была, может быть, блудницей, или мы не знаем, кем она была, содержанкой, кем она была в свое время, за счет чего у нее такое большое богатство обнаружилось. Может быть, какие-то грехи у нее были, там, слишком чрезмерное стяжание, любовь к деньгам, мы не знаем, да? Она не считает себя достойной, вот опять же, подойти ко Христу, просить о помощи. Она боится, что Он, который видит все насквозь, ее просто откажет ей в этом, да, как бы отринет ее. Так она, наверное, размышляла. Почему она и решилась незаметно сзади прикоснуться? Но откуда-то у нее было это знание и понимание, что если она с верою только прикоснется, она исцелится, что эта благодать в нем от Бога. Она вряд ли понимала, что он Бога-человек, что он сам Господь, вряд ли. Скорее она понимала, что он праведник, пророк, и она верила, что божественная сила, энергия, которая в нем, то есть, да, она откликнется на ее веру, будет притянута как бы к ней ее верой. Вот и происходит фантастическая вещь, что сила Божия, как бы без ведома даже Бога самого, исходит из него, потому что Бог есть любовь. И действительно, если мы доверяем, верим и веру свою обращаем в действие, то Господь не может нам не помочь. Вот это удивительный закон духовный, который мы здесь видим с вами. Вот, наверное, почему апостол нам говорил: «Вера без дел мертва». Это не только здесь момент чисто такой, ну, как бы морально-нравственный, да, что, ах, надо творить добрые дела, нельзя верить просто в душе. А это, если мы говорим, цель Христа – это… Цель христианина, вернее, это достигнуть соединения со Христом, достигнуть обожения, да, цель жизни христианина, то только когда вера не выражена действием, когда вера не превращается в волевое действие какой-то женщины, она мертва. Вера – это не просто какое-то пассивное состояние души, это не только твои какие-то убеждения, а это должно выражаться в действиях волевых и сильных, как у этой женщины. Она как бы сделала шаг последний в своей жизни, решительный, или сгорю, или исцелюсь, да, и она исцеляется. Вот это дерзновение, вот эта удивительная решимость ее, это, конечно, делает вот этот момент Евангелия выдающимся совершенно и потрясающим. Все, кто его глубоко, вдумчиво читает, это действительно очень вдохновляет нас к духовной жизни с вами и духовному росту. Ну а дальше Господь наш Иисус Христос приходит в дом Иаира. И что же он там застает? Крайне печальную картину. Уже девочка умерла, по дороге об этом сказали, дочь твоя умерла, не движи учителя. Христос сказал: не бойся, токмо веры, не умерла, но спит. Да? Они приходят в дом. Вот эти его слова «не умерла, но спит» показывают нам на то, что Христос уже пытается менять в сознании людей, его окружавших тогда, само вообще понятие о смерти. Господь пытается сказать, что смерть не есть то, что вы думаете о ней. Она подвластна мне, Христос как бы пытается сказать людям. И вот здесь все, конечно, начинают смеяться над ним, да, особенно вызванные уже туда плакальщицы, которым уже денежку заплатили за то, что они
будут сейчас рыдать и вызывать жалость у других. Опять же, свирельщики, да, которые тоже создавали печальными напевами соответствующую атмосферу, да и все люди вокруг. Ну как так? Очевидно, что, наверное, там и врач присутствовал, раз уже решили, что она умерла. Ведьма был врач, который тогдашними методами проверил, что она умерла. Тем более она умирала долго, она долго уже болела, то есть это не внезапное, поэтому здесь всячески не выдерживает критики мнения, что светских людей, скептиков, что это, мол, был такой, ну, как обморок глубокий, да, как кома такая своего рода. Нет, здесь уже понятно, что девочка действительно умерла, отошла. И вот Христос оставил только Петра, Иакова и Иоанна, самых близких своих учеников, которые с ним были потом и в Гефсиманском саду, и на Фаворе. И вот первый раз он творит воскрешение. Да, видимо, почему он всех высылает из комнаты, почему он оставляет только верных учеников, потому что это был момент тоже по человечеству напряженной молитвы Христа. Его человеческая воля должна была устремиться к Богу, да, и он говорит ей со властью, силой Бога-человека: «Девочка, встань». Это у евангелиста Марка передано по-арамейски «талита куми». Я знаю, что мы говорим «талифа», по-моему, да, по-русски, но правильно по-арамейски «талита куми». «Девочка, встань». Что интересно, обращается к ней по-арамейски. Арамейский язык был тогда бытовым, разговорным, потому что на иврите девочка будет «ельда». «Талита» — это именно арамейское обращение к девочке. И оно было принято, видимо, в быту. Арамейский язык был бытовым, а иврит был исключительно для молитвы и чтения священного писания, для серьезных вещей. Соответственно, здесь удивительно, что Христос обращается к ней по-простому, по-народному, как бы, да, народным таким простым языком. И происходит великое чудо, дух девочки возвращается обратно в тело, мало того, и тело ее исцеляется от болезни, иначе бы она бы опять болела и опять бы умирала, да. И Господь проявляет такую нежную заботу, говорит: дайте ей есть, потому что потрясенные совершенно родители забыли, естественно, о такой простой вещи, что девочка, тяжело болевшая много-много дней и пережившая смерть свою, должна сейчас подкрепить физические силы, что ей нужно покушать и прийти в себя. Вот такие удивительные два события мы с вами сегодня рассмотрели, евангельские. Можно читать толкование Феофилакта Болгарского, святителя Иоанна Златоуста, естественно, да, на Евангелие. И вот там вот этот момент тоже, естественно, у них в толкованиях и у того, и у другого есть, и можно более подробно какие-то вещи там прочитать и узнать, о которых я вам сегодня и не говорила. Ну вот, мои дорогие, на сегодня наше чтение евангельское с вами закончено. Немножко прохладно у нас уже так вот на балкончике сидеть, у нас уже приближается вечер. А завтра утром мы встретимся на утреннем кофе. Надеюсь, как всегда, без задержек, в 8:15 приходите. Я хочу поговорить об очень интересной теме завтра. Увидите в анонсе, какая. И в пятницу, как обычно, будет блог. Сегодня же, если вы интересуетесь нашими видеопутешествиями на Топусе, будет замечательная возможность бесплатно прогуляться по господину Великому Новгороду. С 19 до 22 по Москве мы предлагаем вам бесплатный просмотр новой экскурсии нашего новгородского гида Анжелики Сурпиной. Замечательный экскурсовод, молодой, талантливый, очень увлеченный древнерусской стариной. Она сняла уже 3 видеоэкскурсии для нашего сайта, ну, вернее, 2, вот это третья. Очень интересных по Древнему Новгороду. В этой экскурсии сегодня будет много реки Волхов, красивейшие, просто захватывающие кадры. Снималось это все прямо вот сейчас, так что это все новое, свежее. И интереснейший рассказ называется «Экскурсия по княжьему двору», по Великому мосту к княжьему двору. Вот так, прогулка по Великому мосту к княжьему двору. Это погружение действительно в такую древнюю Русь. Это просто улицы, по которым ходил Садко, действительно, вот, где наши купцы торговали, и новгородские, и иностранные, куда прибывали. Очень красивые древние храмы. То есть приходите, посмотрите бесплатную экскурсию. Это презентация этой экскурсии, да, соответственно, сегодня первый ее, так сказать, премьера, показ. Мы вас ждем с 19 до 22. Вы заходите на сайт Топос, выбираете в меню страничка «Прямой эфир», нажимаете, все, там
сразу запускается для вас экскурсия. И Анжелика тоже будет в чате, естественно, отвечать на вопросы, общаться с вами. Мы вас очень-очень ждем, дорогие. Ну вот, всего вам самого доброго. До завтра. Храни вас всех Господь.